Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои дорогие. Вот сегодня я хочу отснять видео такое, знаете, и про что, и не про что. Все про все. Хочу снять про бутылку. Меня все многие спрашивают: Элла, что с вашей бутылкой, там, которую я делала для подсолнечного масла? А что с ней может быть? Бутылка и бутылка. Все нормально. Есть еще у меня видео, я там ставлю и покажу, как я делаю органайзер для полотенец. И мне там, ну вообще, это самые такие плохие у меня видео, это про органайзер для полотенец, как я чищу рыбу. И еще что-то есть такое. Вот, что я безрукая все. Но про это вот, где органайзер для полотенец, там вообще живем в каком-то веке, потом еще. Ну, в общем, а сегодня девушка спрашивает: ну и где вы храните эту коробку? Вот сегодня я покажу, где я храню эту коробку. Вот. Так, про щетку с фикс прайса. Помните, такая щетка, которая была, которая там умываешься щеткой? Я тоже про нее покажу, расскажу, потому что тоже много вопросов. Каждый раз приходит, и каждый раз мне приходится, каждый день мне на одни и те же вопросы приходится отвечать. Потом про полку для лаков. Недавно это видео выпустила, все, много советов там. Говорит: Элла, натяните резинкой там, или сделайте там или шурупами. Или... У меня все и так прекрасно держится, все хорошо. Полка не оседает, лаки держат. Ну, превосходно, я вам тоже сегодня покажу их. Потом тоже спрашивают, какими кремами для лица вы пользуетесь. Ну, я вам сегодня покажу, как раз мне... уже скоро в душ, и я покажу, как я ухаживаю за лицом. Я не бьюти-блогер, я ничего такого не делаю. У меня вечерний такой уход за лицом, знаете, это такой крем для век, для лица. А, ну, конечно, умыться, крем для век, для лица и мои свистки, ну, то есть губы. Все, больше я ничего не делаю. Так что, как бы, ну что, мои дорогие, поехали! Вот как так бывает? Как бывает? Заказывала у одного продавца, и одна посылка пришла, три посылки этих же картин идут, не знаю, когда придут. Заказывала на 8 марта. Блин! Ну ладно, сейчас посмотрим, что здесь. Посмотрим. Это я заказывала, картины по номерам. Смотрите, какие красочки. И кисточки. Даже вот, чтобы ее повешать. Но самой рамы нету. Ну ладно. Это... не я заказывала, это молодой человек заказывал своей девушке. Я просто уж проверить, все ли на месте. Да, такой, знаете, холст такой серьезный, такой вообще, знаете, толстый. Не такой, как я все время заказывала. Я что-то тоненькие заказывала. Да. Тирин-тирин-тирин. Ого, она большая какая! Ого-го! 40 на 50, наверное, или 40 на 70. Сейчас посмотрим. И красота будет какая, смотрите. А, 30 на 40. Смотрите, какая красота будет. Ой, какие классные эти нарциссы. Вообще. Прям к 8 марта. Еще бы, если бы сам разукрасил, было бы вообще классно, да? Ну ладно, хоть так позаботились. Молодцы, мужчинки. Ну, здесь номера. И будет она вот такая. Большая. Эх, жалко, не увидим, как они ее сделают. Ой, знаете, вот 8 марта все, а я Маргарите купила, она любит, в общем, набор из гипса. Я его размотала,
А он весь рассыпался. И я думаю, что весь гипс. Ё-моё! Представляете? Ну как так? Как так? Ужас, да. Ну ладно, это я все. Боже, боже. Здесь краски идут, гипс. Идет вот такая. Видно, не видно. В общем, тигренок будет такой. Это вот как набирать. Это разрисовывать. Кошмар, кошмар. Стоит, ну, не бешеные деньги, но нормальные, скажем. И здесь как показывают делать? Ну, ладно. Ну, как так? Вот вообще ужас. Ой, бабушка расстроилась. Так, ну, смотрите, все помыла я. Господи, слава Богу, что это я внучке дарю. Я открыла, посмотрела. Представляете, если бы кому-то я в подарок подарила это. Ой, ужас бы был. В общем, это я купила у нас в магазине, рядом здесь. В любимом. Ну, они ни при чем. Магазин ни при чем. Это, видать, так упаковано. Потому что оно было сверху еще в пленке. Но факт то, что это все я помыла. Это в другой пакетик положила. И, в общем, придет внученька. Мы сделаем здесь специально такой пластиковый. Это с гипса. И разукрасим львенка. И будет... Господи, слава Богу, что я посмотрела. А то как бы внучке было бы мне ужас. В общем, вот такой, смотрите. Львенок, черепаха, барельеф. Набор для создания объемных барельефов из гипса. Вот она придет. 7 числа у нее утренник. Я ее забираю. Она у нас будет 7-8. И найдем применение. А это в любимом я зашла и смотрю, там продается бизнес-мания, путь к успеху, игра. Смотрите, я вам показывала, где мы в карусели были, там две с чем-то была, это как игра-то называлась, как же ее называлась? Мегамания или как-то? Да забыла, потом вспомню, напишу. И вот это вот типа той игры. Бизнес-мания. Путь к успеху. Ну вот, видите, также деньги, также всякие. Смотрите. Только 400 рублей стоит. Смотрите. Деньги. Но я знаю, что вот эта, которая игра, как она называется? Господи, я забыла. Вообще классная игра. Вот, раскладывается. Смотрите. И играть здесь. Видно? Я думаю. Вот. Она, ну, то есть мини только. Здесь как играть, познавательные игры. А, нет, это какие есть игры у них на сайте. Надо посмотреть. И вот правила игры. Вот. Кому будет интересно, может, на паузу нажмут, посмотрят. Если видно будет. Ну, в общем, это я тоже взяла. То есть, денежки, денежки. А я денежки люблю. Я не-не-не-не. Так, смотрите, вот здесь кубик. Что здесь? Активы, активы, активы. А где, в общем, второй игрок? Ну, в общем, такое все. Посмотрю, как она будет. В общем, если она мне заменит ту игру, как же она называется? Господи, сейчас вспомню. Если вспомню, напишу. Ну, я думаю, вы догадались. Я знаю, что вы умные. Так, ну и зашла еще в любимый, там была... акция на детские трусики. Ну, как не набрать? Я набрала Маргарите трусиков. Жалко, были только для девочек. Смотрите.
Киски какие, киски. Еще и с собачками, смотрите, вот эти вот классные, правда? Ну, для детей много трусиков не бывает, правда же? Вот. Маргуньки, тем более, собачки такие. 49 рублей, вообще копейки. Копейки. То есть, я думаю, на ближайший год я Маргариту обеспечила. Ой, сейчас только заметила, что, небось, скажут, Элай, почему у вас руки в зеленке? Да я купила вот еще, смотрите, георгины. И я их обрабатывала. Обработала, посмотрела, где там, где что надо отрезать. Отрезала. Очень много пришлось отрезать. И здесь вот уже отросточек, видите? Вот он. Так что на дачу. И вообще мне понравилась цена. 88 рублей. Я еще набрала, сейчас покажу. Сейчас еще. В общем, еще желтый взяла. Тоже его обработала. Ой, куча много чего пришлось обрезать. Вот зеленочкой обработала. Вот тоже корешок. Не знаю, увидите или нет. Вот он. Вот. Так. И где-то сейчас покажу еще. А, сейчас. Это отрезала. Это негодное. Но я их так, для успокоения души, посажу в землю. Но я знаю, что ничего не вырастет, потому что шейки нет. Поэтому просто вот чисто, вот просто-просто. Так, еще сейчас покажу, что купила. Класс, да, вообще? Смотрите, 10 штук гладиолусов, 194 рубля, желтые. Ну, здесь 10 штук. Посмотрела, такие хорошенькие. Так что, думаю, прекрасно. Здесь 7 штук красные. Тоже посмотрела, вроде бы отменные. Цена 134. И вот эти самые дешевые. Я, боже, как мне нравятся белые. Но я хотела двое взять, но они были последние. И 90 рублей белые, 7 штук здесь. Ну, в среднем они так и получаются, где-то 15-20 рублей. Здесь 7 штук, тоже хорошие. Вот, так что на даче у меня будут, дай бог, георгины, гладиолус. Ну, доживем и увидим. Да, интересно будет смотреть, конечно, так в скобочках, кто меня давно не смотрит. Сейчас я могу сказать, что вот кровать моя стоит. Я поставила пока дерево. И фонарик такой. Там, где висела полочка, которая сказала, что уедет на дачу, она уехала. А здесь кровать моя. И вот эта вот вся стена будет вот так вот разрастаться. Да, кому-то не понравится, а мне понравится. Она будет разрастаться котиками, птичками, собачками, солнышками. Все, что будет, в общем, вот эта вся стена. Я думала, картину повесить не хочу. Хочу вот так. Да, я чувствую, что видео сегодня будет ни про что. Ну ладно, и такое видео тоже надо. Вот спрашивают, ой, там натяните резинку, сделайте то. Ну, держится ничего. Покажите, как оно держится, упало или не упало. Все нормально, вот. Все, моя полочка для лаков. Она хорошо держится, знаете. То есть ничего не падает. Вот. Ой, раз пока здесь, сейчас покажу еще это. Вечно спрашивают меня, уже устала повторять, как у вас бутылка с-под масла? А что с ней будет-то? Не пойму. Ну, бутылка с-под масла. Когда я делаю эту бутылку, как она есть, так и она и есть. Я уже говорила, что, ну, это вот мой косяк, он с самого начала был, так и остался. Так что. О, еще у меня есть вот такое видео. Видео это
82 555 просмотров. А когда я его загрузила, наверное, это, ну, может, неделю-две. Так, 13 октября 2015 года, да? Просмотров много, но можно сказать, что они все такие, знаете, ужасненькие. Каждый день приходят ужасные комментарии. И вот Елена пишет: «И где у вас стоит этот ящик? Я сейчас покажу». И написала: «Там, где лежат полотенца для кухни». Ну, у меня здесь такие: органайзер для полотенец долго и скучно, да еще кривляние – это жуть. Потом: «Идея неплохая, но кривляться – это лишнее». Там-то, ну вот не могу я, чтобы не кривляться. Ну, в общем, просмотров много, но ужасные комментарии. И я покажу сейчас, где у меня лежит этот органайзер. Вот здесь у меня лежат полотенечки. Вот они, да? И, ну, здесь простой такой. Это здесь тряпочки для пыли, для посуды, все такое. Ух ты! Смотрите, где у меня пыль. Сейчас как раз протру. Это пыль. Смотрите. Ой, господи. Смотрите. Оп. Боже, боже. Вот это месяц назад убирала. Ну, ладно. И благодаря Елене, спасибо ей, я сейчас все это протру. Вот он этот. Уже сколько он у меня. Я делала, если вы не верите, та же, наверное, футболка. Сейчас. Потому что мне многие там пишут и говорят: «Ой, что фигней страдать, когда можно это купить?» Смотрите, я там показываю, что это вот, что это футболка. Я не хотела резать, думала, буду носить. Так я ее и не носила. Сегодня что там? 5 марта. Завтра мне день рождения. Ха-ха-ха. Видите? И так это все и держится. А пишут: где вы ее храните? Для чего? Вы только показали и выкинули. Нет, не показала и не выкинула. Вот как оно. Все так и держится. Так что, не надо ля-ля. Ой, Лена, спасибо, что вы спросили про этот, что я теперь все это помыла, перетерла. Ой, чистенько будет. Ой, спасибо. Почаще спрашивать, я буду показывать. Так что я опять поставила это все опять в эту коробку. И будет оно у меня еще лет сать стоять. А кому не нравится, извините. Да, вот знаете, классно было, если бы это все стояло по цвету. Вот от темного к светлому или от светлого к темному. Но я вот, знаете, мне лишь бы было так, чтоб я видела, где что взять, чтоб не рыться. Ну, мне нравится вот такая организация. Так, еще я хочу показать вот такую щеточку с фикс-прайсом. И некоторые спрашивают, как она себя ведет, ну что, как вам, нравится или нет. Я обалдеваю вообще. Смотрите, я беру, ну, это мне и так лицо чистое, сейчас я иду в ванну, и я вот так вот на нее, даже одного хватает, так вот немножко это включаю. Сейчас водичка немножко, вот налила водички, включаю, и вот. Отлично вообще. И массажирует лицо. И вообще классно. Мылит, очищает. За такие деньги. Вообще. Но я это не каждый день делаю. 2-3 раза в неделю. Потому что ничего чистится лицо. Если б я каждый день красилась, да, может быть. А я крашусь. Смотрите, как пену взбивает.
еще когда я делаю скраб, вообще так хорошо очищает. И теперь я сейчас, вот это я смою просто. Водичкой. Так, я сейчас иду в душ. С душа выйду и покажу, что я дальше на ночь делаю, хорошо? Ой, как хорошо. Так, ну, теперь нанесу крем для век. Крем для век нужно наносить. Он хоть и ночной, здесь написано ночной, но я его наношу вот так на руку. И наносить нужно где-то за час, как минимум, до сна. Так. Если нанести его и сразу спать, и вы уснете, то может быть опухлость. Я как бы так делаю всегда. Вообще, мне нравятся всякие советы. Программу смотрю, там «Доброе утро», потом это, как же ее, украинский канал «Все будет добро» или как-то так. Вот я смотрю. Теперь также ночной крем у меня есть. Вот, правда, он 45 лет. Мне далеко не 45. Всегда, когда я покупаю крема, я пишу, когда я его вскрыла. Вот 04-го, 4-го, 11-го, 16-го. Беру лопаткой. Я никогда пальцем не это. И также на арку. Потому что не люблю я, когда пальцами вот это вот. И это ночной крем. Не знаю, я не верю этим кремам, но мажу. Мне нравится, как он увлажняет. Ну, у меня не только этот есть, у меня еще. Я меняю и утренний, и вечерний. Не так, что каждый день одним и тем же кремом. И потом вот так вот остаток. Нежненько, не растягивая кожу, прихлопывая. Я не бьюти-блогер, я показываю так, как я делаю. Потому что мне некоторые говорят, я там, когда убираю, наношу маску на лицо, мне говорят, маску, когда наносите, нужно лежать, не дышать. А я, когда у меня есть время. Так что как-то вот так я делаю. И последнее, все, что я делаю, это вот веки, лицо и для губ. Больше я ничего на ночь не делаю. Ну-ка, душ, и мне уже здесь так выедено, я не мажу тоже, это я вот так. Люблю, конечно, такие, как которые губной помады. Я вообще не люблю вот это вот пальцами, там, мне кажется, это как-то так не подходит. Все, вот это весь мой вечерний туалет. Так что, мои дорогие, вот сегодня я показала все про все. Как, что у меня сохранилось, что у меня, как я чем пользуюсь. Да, еще, кстати, покупки с Алиэкспресса были, но это не мои, были, жалко. Ну ладно, мои дорогие, если кому понравилось, ставим пальчики вверх. Кому не понравилось, вы уж извините. Всем пока-пока.